За третье место. На мировом первенстве среди молодежи по спортивному самбо экибастузские звездочки Рената Жумабаева и Айнура Мукарам показали отличные результаты. Рената Жумабаева выиграла серебряную медаль, а чуть менее опытная Айнура Мукарам уже в первый день соревнований стала бронзовым призером среди девушек в весовой категории 41 килограмм, победив спортсменку из Грузии. 107-0 на табло, остается последняя минута пошла этой встречи. Напомню, что это поединок за третье место в весовой категории до 41 килограмма. И вот, пожалуйста, очередная атака в исполнении казахской спортсменки. И Мукарам Айнура становится обладательницей бронзовой медали третьего места. Среди юниоров в весовой категории до 54 килограмм второе место заняла Рената Жумабаева, одержав победу со счетом 3-0 над спортсменкой из Республики Беларусь. Захват возьми свой! Свой возьми захват! В активе у экибастузских спортсменок немало наград. Обе девушки являются чемпионками Казахстана по самбо. Рената Жумабаева также в этом году стала бронзовым призером чемпионата Азии, а Айнура Мукарам завоевала бронзовую медаль международного турнира «Дети Азии-2024», прошедшем в этом году в Якутии, Российская Федерация. Тренируются девочки уже более 5 лет в ДЮСШ «Жасыбай» по государственной программе поддержки «Артспорт». Помогают воспитанницам достигать таких высот заслуженные тренера Панасенко Владимир Григорьевич, Кашина Алмагуль Сайрановна и Жетпесбай Балташ Серикович. Немалую финансовую поддержку спортсменам оказывает руководство ТОО «Энергоуправление». Расслабляться девушкам не придется. Сразу после возвращения в экибастуз они начнут подготовку к предстоящему чемпионату Казахстана по самбо.